Привет, прогрессивные друзья. Это обзор зарядного устройства ProLife. Вот он работает. Синенький светодиодик прикольный. Выдает свои положенные 450 миллиампер, ну пол ампера. Напряжение. Так, должно 4,75. Вообще-то, по-моему, да, там допуск 10% или 5%. В общем, 4,75 немножко маловато. Проседает, конечно же, не 4,75. Я хотел показать, как... Ну, в общем-то, и не рассчитан. Пытаюсь планшет заряжать. Asus, который 1,35 ампера нужен. Тогда неплохо, может сказать, отлично. Вот зарядное устройство, вы видите. 400 миллиампер максимально. Такой вот маленький, который не занимает соседние слоты. Светодиодиком, толстенный провод по сравнению с современными. Вот вы видите, какой современный, и вот этот. В этом еще данные передаются, то есть еще два провода, а в этом просто для питания, наверное, два провода. Ну, не экономили, то есть я к этому веду. Это провод качественный. Может, медь немножко получше взяли. Так, вот такой вот разъемчик, качественный, ровный, провод качественный, и длина 1,40 м, поверьте, я померил, вот он, кабель длинный, 1,40 м, сейчас вот этот асусовский 90 сантиметров, около 90, так что действительно они экономят. Есть заговор специально китайцев-азиатов, чтобы продавать вам дороже, вам платили вы больше. Ну и получали меньше, менее качественные. Эти старые зарядки, вот там уже по 10 лет, они не сломались. Устройств уже нет, а зарядки остаются. Так можно делать зарядки. А сейчас люди зарядки меняют. Ну часто там. Чуть ли не через несколько месяцев, ну, больше года не живут их зарядки. Это специально мошенничество. Но всякие органы Роспотребнадзора вас не защитят. Государство тоже настроено, чтобы грабить вас. Но прогрессивный народ вроде меня вам расскажет, что есть хорошего и плохого. Всем пока. Это был истинный исследователь, обзор ультракачественный. Многолетней зарядки ProLife. Хотя единственное, сейчас заряд маловат, конечно, уже не особо зарядишь. Нужно 1,2 ампера, ну хотя бы 1,5.